Выдаю страшную интимную тайну. Голосовать буду за Михаила Прохорова. Понимаю совершенно четко, что трудно ему будет. Просто я бывал в тех местах, где его до сих пор поминают добрым словом. В этих местах работал соцкультбыт, в этих местах улыбались дети, в этих местах что-то работало. Теперь, когда из бизнеса в некоторых местах, в данном случае из Норильска, там еще из каких-то вещей там выдавили, просто поддерживаю отношения с некоторыми людьми, которые до сих пор там работают. То есть вот отдам свой скромный, чахлый голос за замечательного баскетболиста. А я считаю, что нашей стране нужен достойный менеджер, который понимает цели, задачи, умеет механикой, собственно, происходящего. То есть вот это должно работать вот так, это работать вот так, а вот этот, сука, должен перестать брать и воровать. Вот и, собственно, ничего больше такого не надо. А богов, небожителей мы уже избирали массу раз. Мы их видели, мы понимаем, чем это заканчивается. В общем, друзья мои, я за Прохорова. Президент, который не будет цепляться за власть. Президент, который изменит жизнь к лучшему. Президент, который вернет нам веру в себя. Требуйте большего. Михаил Прохоров. Новый президент. Новая Россия.